Эй, братан, ты чё сюда лезешь? Это мой каршеринг, братишка. Ну ладно, заходи. Присаживайся, поедем. Mars FM. Итак, дорогие друзья, всем привет. Mars FM, пятый выпуск. Здесь группа Marcel, Netanel и L1. Едем за кое-чем интересным. Едем за взрывом из прошлого. Скоро вы все поймете. Пацаны, стиральная машинка не нужна. Подпишитесь, пожалуйста, на мой, на этот YouTube канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк, оставьте смешной комментарий, отметьте 5 друзей, и лучший комментарий, самый смешной, получит от меня 5000 рублей и стиральную машинку. Так. Медик Лава, на которой написаны были все песни Марсель. Помните клип Марс? Достать, но я достану. Те самые комбезы. Скажи, круто? Нел написано. Мое имя. Короче, вот этому парню, ну точно больше 15 лет, он года 2003-го. И, возможно, кто-то из вас еще не родился тогда. И там очень много всего интересного. Мы поедем смотреть. Ливан, привет. Я передаю тебе привет. Спасибо, что ты здесь, брат, помогаешь мне нести эти два пакета, два компа. Надеюсь, я не попаду на лестницу. Раз. Ездил за компьютерами. Красавчик. Проснулся рано. Сейчас пыль будет вытирать. У нас есть два компа. Первый комп давным-давно стоял на нашей старой студии. А второй комп стоял на улице по адресу Декабристов 2, корпус 3, квартира 202. Там, где зарождался стиль. Я полетел! Нет, у них же нет роутеров, да, Стас? Подключили звуковую карту примерно той же эпохи. И на нее нужно скачать драйвера. А как вы понимаете, в таких компьютерах нет Wi-Fi роутеров. И сейчас мы качаем драйвера с другого компа. В общем, будет весело. Я Галина Петровна. Вы слушаете Mars FM. Mars. Люблю Mars FM. Мы начинаем работать, работать. С отключенным сознанием. Чего цао? Всем привет! Здравствуйте! Всем привет, друзья! Вы не поверите, но это снова мы. Спустя 11 лет.